Весной этого года было сформировано и открыто Всероссийское хоровое общество, и Тюменская область в нем представлена своим филиалом. Первое большое дело, которое было возложено на хоровое общество, это отбор кандидатов для участия в большом сводном хоре, который выступит на Олимпиаде в Сочи 2014. Именно поэтому мы сегодня с вами здесь и собрались. Идея создания хоровых обществ не нова. Наверное, вы знаете, что хоровые общества были очень распространены еще в XIX веке и у нас, и в странах Западной Европы. Причем в составе этих обществ состояли самые уважаемые люди. И даже аристократы, если и не участвовали непосредственно в составе хоров, то с гордостью носили удостоверение члена этого общества. Поэтому дело это очень уважаемое и очень отрадно, что такие культурные явления, как появление этого общества, появляются по инициативе с самого верха, с самого руководящего состава нашего правительства. Я хочу поблагодарить всех, кто отважился, всех, кто нашел силы и средства приехать сюда для того, чтобы помериться силами, продемонстрировать свое умение и мастерство. Желаю всем удачи и благополучия.